Простите, время посещения уже закончено. Да-да, ухожу. Хорошо. Все будет хорошо, папа. Дэн, волнуйся, все будет хорошо. Операция прошла успешно. Тебя скоро выпишут, папа. Ты будешь жить с нами. В самой красивой комнате. В самой красивой комнате. Потому что мы... Я... Спи, набирайся сил. До завтра. Из-за глупой обиды столько лет не общаться. Вот сейчас постеснялась сказать, что теперь она никогда не будет стесняться этих слов. И это хорошо. Помнишь? Это играла в такси. Ты вез дочку из роддома, прижимал к сердцу и грустил, что когда-нибудь эта любовь в твоем сердце умрет вместе с тобой. И как? Ты ничего не чувствуешь? Смотри, сколько всего. Улыбки, разлуки, встречи, любовь. Ты не спеши. Это не память, все это настоящее. Запах козы в школьном окне. Вкус растаявшего мороженого. Прохлада простыней. Шум ночного города. Страх первого свидания. Да, ты сильно так не увлекайся. 40 дней и домой. Ждут и любят. А какую встречу тебе готовят? Все, молчу. Увидимся.